В конце января секс-символ Орды Дастан Оразбеков показал средствам массовой информации свой продюсерский проект Girls Band Turkis. На днях барышни приступили к съемкам своего клипа. Снимаем клип на песню «Мама с Намбаласа». Песня о маменькиных сыночках. Злободневная тема дня. О парнях, которые привыкли жить за счет своих родителей и впечатлять своих любимых девушек не своими собственными достижениями, а достижениями своих родителей. По словам девушек, история, показанная в клипе, будет поучительная. Каждый увидит пересечение со своей собственной жизнью. Каждый, я думаю, встречал в своей жизни кого-нибудь из маменькиных сыночков. Вот. А для них, возможно, это будет стимулом и примером для того, чтобы измениться. Отметим, что съемками занимаются украинские клипмейкеры, и работа над клипом идет денно и ночно. Вот сейчас 16:15 или даже 5, и вот мы до сих пор снимаем в таких красивых нарядах. О том, когда клип выйдет в свет, вы можете спросить лично у продюсера группы Дастана Оразбекова. В среду 2 марта он станет гостем проекта «Энгме». Место встречи изменить нельзя. Нагаку.кз. Не пропустите.